А это что это, сынок? Неужто тебе зарплату принесли в конверте? Она самая, Петрович. Вечером гулять пойду. Серой зарплатой на пенсии не разгуляешься. У тебя ж в пенсионный фонд отчислений 3 копейки. Да мне до твоей пенсии, Петрович, лет 30. А я сейчас жить хорошо хочу. Серая зарплата – это неуверенность в завтрашнем дне. Соглашаясь на деньги в конверте, вы лишаете себя достойной пенсии и социальных гарантий. Заработная плата – это не только день сегодняшний, но и залог достойной старости. Уважаемые работодатели, помните, работник, получающий серую зарплату, вправе обратиться в органы прокуратуры или инспекцию по труду, что грозит крупными штрафами. Также организации с низким уровнем официальных зарплат – первые претенденты на проверку правоохранительными органами. Уважаемые работники, с жалобой о выплате серой заработной платы вы можете обратиться в администрацию городского округа Самара, отделение пенсионного фонда или Государственную инспекцию труда в Самарской области.